Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет. Циник, Селеукит и Гренадер Апинап. Спасибо за подписки. Приветствую вас на канале, на моем, на Твиче. И потихонечку будем переходить к игре. Это Red Dead Redemption 2. Очередной стрим по этому замечательному проекту, по этому замечательному произведению интерактивного искусства от компании Rockstar, Гомес. Тим Крис, спасибо за 2 месяца. Сегодня по сюжеточке пойдем. Вчера я не... Прошу прощения, я не знаю, что это за звук. Какой-то жесткий звук был сейчас. Я не знаю, откуда он, так сказать. А! Я знаю. Сорянтер. По-моему, у меня сломался геймпад Xbox-овский. Я вчера его еще раз уронил. Если это так, то сейчас погодите. Просто я вчера пару раз уронял со стола. Если это так, то мне придется сейчас, наверное, DualShock подключать через ксимку. Это займет некоторое время. Но я не мог этого знать, не мог проверить как бы заранее. Естественно. Сейчас я попробую еще напрямую его воткнуть в Xbox. Я ничего не могу сделать. У меня на столе постоянно срач. При этом лежат несколько геймпадов, несколько мышей, клавиатур. Но падает все время Xbox-овский геймпад. Он... Да, все нормально. Заработал. Отлично. Я не знаю, с чем это связано. Вот. Но это так. В толчке стримишь? Нет, нет, нет. В очке твоей мамаши. Сейчас, погодите. Парочку банов. Сразу пропишу. Так. За шум на заднем плане заранее извиняюсь, у меня параллельно идет музыкальный стрим у девчонок, поэтому, возможно, действительно звук будет не самым лучшим. Я немного приглушил микрофон и... Сейчас, секунду. Ну, я думаю, он на нормальном уровне выставлен, но в любом случае чуть-чуть потише будет, чем обычно. Экс-модерн, спасибо за 13 месяцев. Чуваки с Ютуба, я хочу извиниться за то, что я не могу выложить последние 4 ввода. Я не знаю, они у меня больше не обрабатываются в HD-качестве. Я их заливаю, они все время 360p. Я в понедельник, когда у меня будет выходной, поставлю все вводы на рендер. Поделю их на куски по 3 часа и попробую залить еще раз. Это единственный вариант, который я, ну, могу представить, что это поможет, потому что, в принципе, я ничего не менял в настройках OBS, в настройках записи. И раньше даже воды по 17 часов обрабатывались в HD, но теперь просто 360, ну хоть убей, я 20 раз их перезалил. Ничего не помогает. Воды по 2-3 часа обрабатываются при этом. То есть нужно, видимо, все-таки их теперь бить. И даже сегодня я где-то на там, 3-м часу стрима буду отключать запись. То есть я теперь буду, короче говоря, кусками заливать стримы на YouTube. Я не знаю, насколько долго продлится эта тема с отсутствием обработки в HD. Но пока вот так. Спасибо за донат. Вот как раз часик через 2-3 я и донат прочту. Этот выстрел всегда такой громкий и так пугает меня. Атенор, спасибо за 2 месяца.
Так, ну ладно, вроде все нормально. Теперь 2 или 3 дня я не играл. Надо будет вспоминать управление. И все такое. В любом случае, сегодня по сюжету пойдем. Я и так уже отстаю от своего плана. Валькир. 47, спасибо за 33 месяца. Господи, за 33 месяца. Позавчерашние суши так и бурлят во мне. Спасибо, дружище. 33. Блин, когда-нибудь у тебя будет 47, и твой ник будет красиво смотреться. Брайчо, спасибо за 11. И Гашан за 19. Благодарю, друзья. Чувак с нечитаемым ником, спасибо за подписку. Рад, что все мы здесь сегодня собрались, безусловно. Это хорошо. Скучал по вам. Даже день, который не стримил, целыми секундами думал о вас, но как только секунда проходила, сразу думал о чем-то более хорошем. Но и вы достаточно неплохи. Девайс, спасибо за 2 месяца. Ох, надо поудобнее сесть, что будем сегодня сидеть пердеть, наверное, долго. Ну, посмотрим, на самом деле, насколько долго. Инсору, спасибо за 33. Какое-то время мне понадобится, чтобы вкатиться. К тому же я жестко не выспался. Отвратительное состояние. Хотел сегодня на футбол съездить, но... О, боже. Женщины. Отдыха. They was planning a visit to the Braithwaite place, but Don needs to do something for Dutch now, so Hosea wants you to join him instead. Seems to be a lot going on. You're telling me. Okay, thank you. Ладно. Да, так вот, хотел сегодня на футбол съездить, но вышел на улицу и понял, что как бы идея плохая, решил дома остаться. В принципе, не зря, как показало время, потому что был довольно унылый нулевой матч. Галкин, спасибо за 2. Господи, ребята, ну почему? Почему все ко мне подходят? И меня не было в игре, конечно же, 2 дня, но... Пожалуйста. Дайте попердеть. Дайте попердеть, отдохнуть, вспомнить управляшку. Так, что у нас в лагере, значит? Опять домино сраное. Охота Чарльз, рыбалка Хавьер. Но сегодня не стрим по рыбалке, если что. О, у нас в лагере начали играть в покер. Это не может не радовать. Посмотрим, кстати, кто за столом. Гордон Хоу, спасибо за 26. Сплэш, спасибо за 2. Ребята, если кого в подписках пропускаю, прошу меня извинить. В следующем месяце точно не упущу, не пропущу. Неужели она будет играть в покер? Серьезно? Миссис Эд. Сэдди. Я не могу поверить. Увлекаетесь картишками? Это местный священник. Ну что, если один на один, то давай. Блин, я думал против Сэдди просто, а в итоге все бомжи лагеря просто стащились. Еще и по доллару. Ладно, я сразу алым поставлю и все. Доллар-то не жалко для пацанов. Вслепую играю, даже не знаю, какие у меня карты. А, мистер Штраус отвечает, сейчас мы узнаем, с чем я зашел. Так, я против 9 туза одномастными. А, с 3-6. Это, конечно же, коин-флип. Своеобразный. Ну, мне не повезло. Мне не повезло. А значит, повезет в любви, гайс. Я просто надеялся против Сэдди поиграть, типа. Так, а что у нас тут? О, это же наша любимица. Тилли. Что такое? Ну давай поговорим. Это все увлечение азартными играми, Тилли. Алкоголизм.
amazing. Mm-hmm. How so? I've been killing a lot. I mean, innocent folk. Это, кстати, я не знаю, связано это с моим прохождением или нет. That's real bad. I know. I just... Well... Ну, похоже, что да, хотя я, в принципе, не старался никогда искать убийств этих самых. Ну, это интересно, на самом деле. А вот если бы я вообще старался без убийств проходить, но только на миссиях срывался бы, что было бы тограбление дома Хавьер. Давайте с этого и начнем, чтобы вспомнить управление. К тому же будем потом на отходе где-нибудь близко к городу. Я заапгрейжу шотган. И после этого уже пойдем по сюжеточке полноценно. Сегодня отвлекаться особо не будем. Ограбим ферму. Красиво он встал, а потом сел. Couple fellas I heard in town, they said. Такое ощущение, что Артур потерял желание жить просто. Посмотрите на него. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course, yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay then. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. Так. It's up north, on the other side of the river from Ballantyne. Best way there is through Cumberland Falls, though. You know it? Привет, привет всем, кто пришел. Мне немного трудно будет сконцентрироваться, конечно, сегодня, потому что когда рядом играет музыка, ты постоянно на нее отвлекаешься. Там сейчас трасса Е95 была до этого, блядь, группа пропаганды. Я сижу и постоянно, типа, это, угадываю музыку на музыкальном стриме из соседней комнаты. Destiny 2 раздается... Оно бесплатно раздается в ближайшие, по-моему, 10 дней на постоянную основу, так же, как было на PlayStation уже до этого, но... Вы не переживайте, это не типа того, что игра просто взяла и стала бесплатной. Да, Дустан вы получаете на халяву, но проблема в том, что играть в него без DLC, без всех, нет никакого смысла, потому что в ванильной версии уже не актуальные пушки, не актуальные активности, то есть это просто игра первого года, скажем так. А уже даже Forsaken теряет свою актуальность, скоро выйдут новые DLC, то есть за полный контент вам все равно придется заплатить $60. И я даже не вижу смысла на самом деле им раздавать Дустан этот бесплатно, потому что ну, ванильный Дустан любой человек увидит, просто блеванет. Но тем не менее, у кого есть хорошие компы, герцовые мониторы и кто любит стрельбу с... револьверов, попробуйте просто запустить на своем компе, посмотрите, что такое реально плавная игра с приятным управлением, постреляйте. Я думаю, что вам может понравиться. Удачи. Короче. Удачи. Это все, что я могу сказать. Самовзводный револьвер я, кстати, так и не апгрейднул, надо будет заняться. Короче, вам просто демо-версию, по большому счету, дают, а люди просто незнакомые и неправильно оценивают. Мы что, в Страубере? Нет, еще выше. Я в этой части карты только в начале игры был. Big place, right? You got your binoculars. Блин, этот бинокль... Как я ненавижу бинокли в играх, это такая чушь.
Well, there's a pretty big barn in the back. Not a bad place to start looking. There must be a lot of people living here. A large house. Не знаю, почему, меня прям реально бинокли и необходимость их доставать во всех играх раздражает. Не люблю эту механику. Кстати, это говно, помощник шерифа так и останется у меня на сиське. Я не хочу, чтобы люди думали обо мне плохое. Можно ли в Дустан играть не как в фарм ММО, а как в сингл и шутан? Ну, там кампания на 7 часов примерно. Проходи ее, да и все. Получится, что ты прошел игру за бесплатно, довольно неплохого качества. Но сам сюжет там, конечно, уровня Мстителей каких-нибудь. Тьфу, не Мстителей, а Стражей Галактики, но... Как бы... Я так понимаю, что большинство моих зрителей подростки, поэтому им, наверное, понравится... Ну, судя по тому, как люди отреагировали на мою таблицу по фалачам в Твиттере. Мороз, спасибо за 19. Перелезь же надо. Я тоже хочу посмотреть, блин. Не самые симпатичные люди. Обычный акцент реднеков, кстати. Okay. You take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, then you jump him, okay? What kind of distraction? You'll see. Короче, какой-нибудь динамит кинет, наверное, или еще какую-нибудь фигню сделает. Я бы их просто всех перебил. Без лишнего гемора. Но мне нравится эта тема, то, что дополнительные миссии сделаны как прям ограбление полноценное. Я не могу встать за этот камень, меня почему-то на него забрасывает. Так. Ага. Понял. Так, твою мать, я думал, мы чисто грабим. Почему тогда... Зачем тогда нужно было вообще поджигать этот сарай? Почему не начать тогда сразу их валить? Этого мне не понять, пожалуй. Так, ладно, возьмем болтовочку. Она ваншотит. Да господи! Да что такое? Меня просто колбасит и бросает из стороны в сторону. Похоже, меня... А, меня сзади кто-то херачил. Блин, на этой болтовке такая задержка между нажатием курка и выстрелом. Там тёлка какая-то сидит, да? Это
Это невозможно стрелять, серьезно, это просто ужас какой-то. Мне жаль. С ножа валить всех, да? Неохота. Неохота было париться. Музыка прикольная была на этой миссии. Громкая, правда, немного. Надо тут хиляться, пожалуй. Надо еще в магазин зайти. Будет, потому что я почти все бутылки выпил. Нельзя перезаряжать перед выстрелом. Проблема не в перезарядке этой пушки, чувак. Проблема в том, ты просто не играл, наверное. Смотри, я нажимаю, и через... через где-то секунду происходит выстрел. То есть у меня была бы полная уверенность, что у меня что-то типа рассинхрон какой-то, например, с картинкой и тем, что я делаю. Ну, типа, допустим, глючит карты видеозахвата, если бы у меня не напрямую была подключена плойка к монитору. Когда двигается противник, эта задержка, ну не в секунду, конечно, я утрирую, но она ощущается. И это вот на этом оружии и на снайперской винтовке. То есть с винчестера стреляешь моментально. Ну, относительно моментально. Ладно, ничто нам теперь не помешает грабить. Нужно брать все. Возможности. Поржал с вчерашнего Близкона, кстати. Решил посмотреть, все равно делать особо было нечего. Какая же говнота, прости господи. Чуваки, у чуваков просто нет идей. Они не делают хороших игр уже лет 20, наверное. Да, честно говоря, мне и старые-то их игры не особо нравятся. Я не понимаю, откуда у них такая фан-база. Но это просто смешно устраивать конвеншн, на котором вам просто нечего показать. Опять сраный Хардстоун, опять вонючий Овервотч, опять никому не нужный Ходс, опять ремастеры какого-то старья, очередные ненужные какие-то проекты по давно мертвому Вову, и как вишенка на торте. Совершенно замечательный трейлер мобильного Диабло. Просто бомба. Просто бомба. Я, кстати, как не смотрел на ремастер Варкрафта, просто понять не мог, в чем он заключается. Как выглядело, как говно, так и выглядит. Ну, типа, ранее 3D и все такое. Просто... Ну, я не питаю теплых чувств к Warcraft'у или World of Warcraft'у. Мне никогда не нравилось Diablo и вообще Diablo-подобные игры. Мне они всегда казались с абсолютной тупостью и калом. Поэтому у меня вообще нет ни одной игры... Ну, точнее, для меня нет ни одной игры от Blizzard, в которой мне хоть капельку нравилось. То есть просто ноль. Поэтому я каждый раз просто в шоке от того, какое количество людей чего-то ждут, на что-то надеются, смотрят и являются фанатами. Это, наверное, ну, это правда удивительно. Я могу понять все, даже фанатов Ubisoft, но, блин, Blizzard. Не знаю. Ну, это, видимо, особая какая-то тема для гиков, которую мне никогда не понять. Так, ну мы пока не видим тайника основного.
всякую мелочевку подбираем. Еще даже ни одной пачки бабла не нашли. Много элементов декора в помещениях. Есть довольно большое количество ящиков. А некоторые элементы декора в принципе не активны. Из-за этого ты постоянно путаешься, что-то пропускаешь. Плюс управление довольно поносное, как я уже говорил. Что, опять в печке? Нет. Нет, в этот раз нету ничего в печке. Ладно, пойдем в ангар тогда, где баба сидела. Странно, что их все еще называют хорошими парнями индустрии и видят какую-то душу в ХС или ХОЦ. Но теперь, когда они жопу продали Activision'ам, и бизнес-планы у них весьма Activision-подобные, там типа заказать китайцам мобильные приложения по своим франчайзам и так далее, я думаю, отношение будет меняться. Все-таки невозможно за 20 лет не выпустить ни одной игры достойной и оставаться, так сказать, признанными мастерами. Наверное, на такое только Гейб способен. Ну и даже у Беседки, наверное, были хорошие игры. Так, вот тут вот что сделать, как наверх-то залезть? Или нельзя? А, вон, вижу лестницу. Я думаю, там клад как раз. Не просто же так баба его дефла. Спасибо за донат. Угу, вот этот сундук. Они уже много лет под Activision, так, ну и я не знаю, ну, как это противоречит моим словам. Ладно, в следующий раз, я думаю, что-нибудь выкатит, потому что, ну, невозможно не считаться с дизлайками. Красиво я попал. И девушка весьма мила. Мне жаль, что так вышло с ней. А вот батя пошляк, сразу видно. Ну, я думаю, это все. Ты еще хочешь что-то найти? А, все, понял, сдвинуть эту херовину. Я думал, типа, я настолько привык к малой наживе, что даже 70 баксов мне казались неплохим прибытком. I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah, you take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. У меня PS4 Slim, новая, купил в сентябре в миссии RDR 2, где все взрывалось, горело, было 2 FPS, даже хуже, чем Fallout 76, я был в шоке. Но теперь ты перестал верить чувакам, которые расхваливают консоли и консоли гейминг, я надеюсь. Еще один пришел в сознание, так сказать. Я лишь могу сказать то, что... То, что я ебан, я играю, блин, в 1080p, короче. Я только сейчас это заметил, думаю, что так мыльно. Сейчас, секунду, я проверю. А, не, все нормально. Стоп. Секунду. Да нет, 14:40. Это, видимо, связано с тем, что я 2 дня играл на компьютере. Все-таки сложно назад переходить. PS4 Pro таким вроде не страдает. Ну, я не знаю, я видел картинку с PS4 Pro, мне не особо понравилось. Да, честно говоря,
Не знаю, я... Все-таки вот... Посидишь денек, два, три на консоли, и глаз реально привыкает, а на телевизоре так и вообще не так сильно бросается в глаза. Это на хороших геймерских мониторах. Не то чтобы я защищаю консоли, здесь бывает... Но вот на Xbox One X в RDR у меня не было ни одного просаживания FPS. Ну, такого прям, чтобы бросилось в глаза. Там, ниже 15. Это, конечно, по меркам пека помойно, но... По меркам консоли это очень достойный результат. И... Тем более игра выглядит неплохо. Давайте немного за лошадью поухаживаем. Будет новое поколение консолей, я надеюсь, оно будет помощнее. Но опять-таки, друзья из индустрии мне говорили, что там, типа, чуть ли не какой-то облачный гейминг хотят сделать, но... Это, наверное, все-таки перенесут на какие-нибудь там 25-30-е годы. О, Holodite. Так, как там это делается-то? Да. Хорошо. На самом деле, вот чувак пишет, PS4 Pro таким не страдает, все летает и отлично. Я уверен, что человек, который хоть немного критически мыслит и смотрит правде в глаза, ну, написал бы правду. Там, типа, мыльцо и в среднем 10 FPS. Это больше было бы похоже на... Точнее, меньше бы было похоже на... Я не знаю. Я хочу перестать ругаться матом на стримах, но слово «пиздёж» я заменить не в состоянии. Матадорус, спасибо за 27 месяцев. 24 кадра стандартно глаз воспринимает, поэтому фильмы с такой частотой снимают. Кстати, касательно фильмов. Действительно, фильмы, которые... Ну, я тут скачал фильм в 2К с 60 кадрами. Довольно неплохой фильм, типа блокбастер, все дела. Не буду говорить, какой это. К делу не имеет, по большому счету, никакого отношения. Но ощущение было, как будто я смотрю сериал с ТНТ. То есть настолько непривычно. Вот эта вот плавная такая картинка четкая, она настолько непривычна, что воспринимается, ну, там еще цвета такие богатые, что воспринимается как какой-то дешевый сериал, снятый на любительскую камеру. Но и то, что глаз что-то там не воспринимает, это полная фигня на самом деле, но любой человек видит разницу отчетливо и... Я помню бабу с IGN, которая говорила, что Bloodborne на пека выглядел бы плохо именно из-за того, что на PlayStation идет в 10 кадрах в секунду, и благодаря этому... Блин, менты уже со мной здороваются. И благодаря этому якобы есть некий кинематографический экспириенс в Bloodborne, блин, в слэшере японском. Боря Ельцин, спасибо за 2 месяца. Человек-театр, спасибо за 2. Но серьезно, вот если когда-нибудь будете смотреть кинцо в 60 кадрах, ну вы тоже это заметите. То есть здесь это реально выглядит как дерьмо. Более того, я видел ремастерит версию «Иван Васильевич меняет профессию» на прошлый Новый год. А, нет, на позапрошлый Новый год. У друга дома на таком же телевизоре. И мне казалось, что она тоже снята на ТНТ была. То есть картинка как будто снимали вчера. То есть я даже не ожидал, что советскую комедию можно так отреставрировать жестко. Но при этом она стала настолько дешево выглядеть. И ты прям видишь, что все это снято в павильонах. Это жесть, прям такое ощущение неприятное. Но... Если человеку показать, он подумает, что это снято, ну, в последние 5 лет, наверное.
Даже не верится. Видишь разницу между простым телеком, 4К телеком, который слегка изогнут, продавец на радиорынке говорит, что в разы лучше. Я не смотрю телевизор вообще, поэтому я не знаю разницы. Я купил дорогой телевизор и не знаю, зачем я это сделал. Я включал его 0 раз. То есть... Плюс я понятия не имею... где в этой квартире телевизионный кабель, поэтому используется какое-то приложение из телевизора, подключенное через то ли Wi-Fi, то ли ХЗ, через спутник какой-то, и там все тормозит. Зато есть 100 каналов о рыбалке. Маледик, спасибо за донат. Короче, ну, я могу иной раз там через плейфильмы или через флешку что-нибудь посмотреть на телевизоре, но, честно говоря, мне больше нравится смотреть лежа в кровати на какой-нибудь, на каком-нибудь планшете. Правда, свой планшет я разбил по пьяни, но теперь смотрю на телефоне и не испытываю никаких... никакого, скажем так, дискомфорта от того, что я смотрю какой-нибудь супер спецэффектный фильм на телефоне. Просто по той простой причине, то что я давно не впечатляюсь графонием в кино. Типа, я люблю живые трюки и все такое, а когда, ну, типа, графоний, меня что-то вообще это не вставляет. Мне пофигу. На большом ли экране это смотреть, или на маленьком? На маленьком даже меньше видно, что это все на компе нарисовано. Morning, не, телек я из коробки сразу достал. Ну, просто потому что коробка большая была, надо было ее выкинуть, но... Я так консоль-то к нему даже и не подключил, по сути. Не знаю, надо будет как-нибудь прочекать, как хоть игры выглядят на телевизоре. Я хотел... его притащить в гараж к себе, так сказать, но... Мне что-то так лень стало, короче, забить. Можно было бы подключить консоли к телеку и стримить с телека. Ну, во-первых, мне надо было бы тогда приставлять микрофон. Я как задумался-то прям... Сорян. Я что-то вспомнил, что мне в магазин надо заехать. Ящик оружейнику хотел. Как относишься к эстетике старого кино, вроде «Грязного Гарри» или «Долларовой трилогии»? Ну, «Грязный Гарри» я видел пару частей, которые мне нравились, и пару очень скучных частей. У меня на DVD-дисках был сборник «Грязного Гарри», батя, что ли, покупал. Я еще в институте смотрел. А вот спагетти вестерны мне вообще не нравятся. Не знаю. Я даже хороший, плохой, злой смог только в три присеста осилить и вообще не понял, в чем прикол. Даже вот в прошлом году я смотрел «Непрощенный», по-моему, фильм называется, с Хью Джекманом и Клинтом Иствудом. Тоже вообще не понравился. То есть, не знаю. Вот единственный вестерн, который мне понравился, это где Джефф Бриджес, короче... Мэтт Дэймон и тёлка какая-то гоняли туда-сюда. Вот это нормальный был. А так вот как... Иногда хочешь вестерн посмотреть какой-то, натыкаешься, да? Какой-нибудь там 3.10 на Юму, или вот недавно я с Бэйлом случайно какой-то вестерн посмотрел. И все время такая нудятина, блин. Если честно, не знаю. На их фоне даже не... «Назад в будущее 3» интересным вестерном выглядит. Хз. Короче... не вставляет меня вестерны почему-то. Я вот реально из интересных, вот так если меня спросят, назови там типа интересные вестерны, я, наверное, и не вспомню ничего, кроме вот «Железной хватки» да «Человек из бульвара капуцинов». «Костяной томагавк» с Куртом Расселом. Хз, что это такое? Блин, я недавно, короче, Netflix же раздает бесплатное кинцо порой. Я, короче, на PlayStation один раз зашел в раздел Netflix, и там, короче, был вестерн бесплатно, можно было посмотреть с Адамом Сэндлером, Робом Шнайдером и
каким-то рестлером, короче, типа Джона Сины и Стивом Бушами. Но я не решился, гайс. Джанго освобожденный? Да ну, блин, говно какое-то, если честно. Мне Джанго освобожденный не шибко понравился. Там были прикольные сцены. В конце, где Ди Каприо череп ломает молотком. И последующая перестрелка, и еще какая-то сцена мне понравилась, но... Ну, вот я не знаю, можно ли «Омерзительную восьмерку» считать вестерном. Вот этот фильм мне понравился гораздо больше. «Хороший, плохой, злой» я уже сказал, что очень скучный фильм, неинтересный, к сожалению, для меня. Так, надо консервы закупить тогда. На все, тем более бабки есть. Берем все. Свежие фрукты всегда полезны. К зиме, так сказать. Овсяное печенье. Вообще супер тема. Кофейку можно взять. Так, поехали к этим. К тоникам. Блин, а тут большого тоника нету, да? Ладно. Тогда погнали за патронами. И помнишь, какой момент открывается скупщик? Помню. Миссия, где надо угнать... у сына и отца небольшую повозку и обокрасть их дом вместе с Хозой. Где-то в середине первого города происходит это. Надо как-нибудь газеты почитать, но я думаю, мы их на рыбалке почитаем. Так. Магазин оружия, потом на вокзал и еду на миссию. Во-первых... Фига он какой. Во-первых, я хотел бы двуствольный дробовик апгрейднуть. Если есть такая good. Вообще, в принципе, возможность. Так. Не слабо так стоит, кстати, апгрейд. Дробовичка, но мне кажется, он того стоить будет. Тем более бабки появились. Почему бы и нет? Давайте какой-нибудь такой, как... Какой был у Эша из Evil Dead, интересно? Я уже не помню. Дробовик... Да пофигу на самом деле. Можно было бы, кстати, примерно как он одеться, найти какую-нибудь синюю рубаху, подтяжки и коричневые штаны. Гонять, как Эш. Но я не хочу запариваться. Уж излишне. Ну, резьбу на рукояти все равно видно не будет. Эта кожа прикольно выглядит. Гуд. Так, и боеприпасы. Пулевые патроны нам не нужны, возьмем обычные такие, и надо для револьверов затарить. Кстати, нам еще самовзводный револьвер надо улучшить. Потому что у нас он на помойке найден, грубо говоря. А ствол-то неплохой, поэтому имеет смысл его апнуть.
Smart addition. На максимум. Можно золотым его захерачить. У меня еще нет золотой пушки. Либо просто супер стальным. Как из серебра. Хотя и черный на самом деле неплохо смотрится. Ладно, я его таким, наверное, оставлю. Так, стиль гравировки. Мне нравится. Так, резьба. Ну, пора уже, наверное, орла набить. Орла еще не было. Экспресс-патроны на максимум. Ну, все. Мы фулл затарены. Нам... Мы заимели все, что нужно. Кстати, забавно то, что... в зимних локах ты мерзнешь. Если ходишь в летней одежде. Но обратное... Ну, типа тепловой удар какой-нибудь или вроде того, не происходит. Если ты гоняешь в зимней одежде по обычным городам. Ну, впрочем, здесь какая-то такая погода, скорее весенняя, ранневесенняя. Блин, хочется к лоскачу заскочить по фасту. Но тут какой-то гумос происходит, поэтому поскакали. Че у нас по репе? Репа скатилась в середину. Аманский, спасибо за подписку. Надо, чтобы подмыхи потели и пах. Нормально, кстати, было бы, я думаю. Прикиньте, ходишь такое, все женщины отворачиваются. Или, например, наоборот, им нравится. Ну, разные же женщины бывают. Вы можете проверить, какова ваша женщина, насколько она восприимчива к запахам вашего тела. Ну и вас вообще. Для этого надо просто... пёрнуть в кровати, когда вы будете спать, и накрыть ее одеялом. В этот момент и откроется любовь, так сказать. Если она это стерпит, то, мне кажется, значит, любит. Герасимец, спасибо за подписку. Сам я не проверял, если что, но... Чтобы мухи летали вокруг шляпы, надо... Нормальная тема. Вокруг задницы тоже. И везде. Опять этот мужик. Так, миссии, значит, в Роудсе обе, да? В лагере. Билл и Хозе. Наверное, начнем с Билла тогда. Хозе все-таки более важный сюжетный персонаж. К тому же он должен умереть. Очевидно, что это будет драматический момент, и если мы не по порядку будем делать, то не дай бог он умрет раньше времени, мы какую-то миссию потеряем. Так, билеты на поезд, здорово, $7, блин, я почти $200 срал. А с парнем такое прокатит? Ну, в смысле, если ты тоже парень, то это называется юмор мужской. Нет ничего такого, как бы. Я в первый раз, когда увидел, типа, пример такого юмора, ко мне друзья из Питера приезжали, они как Терренс и Филипп пердели друг другу в лицо, я такой, типа, что за фигня? А потом втянулся, типа, нормально. Это юмор. А между мужчиной и женщиной это отношение, понимаешь? Это выяснение близости. Ща, гайс, окно открою, отлично. Делал ли так Фредди Меркьюри? Конечно, он и не так делал, я уверен. Просто в фильме ничего интересного не показали. Надо было, чтобы все-таки Саша Барон Коэн трахал карликов. А что, лошадь там осталась? Я думал, когда едешь на поезде, лошадь транспортируют, так сказать. Ладно, хрен с ним, мы идем в лагерь, я думаю, то, что ее затпшит к нам. В
Гайс, если я пропускаю подписки, не надо в чат об этом писать или еще что-то. Это как бы бесит, я не могу за всем уследить, пожалуйста. Держите себя в руках. Мне тоже обидно, понимаете, вы как бы... Я пропустил, человеку обидно то, что я не прочел его ник, но мне еще обиднее то, что я кого-то из вас не отметил. Я с нетерпением буду ждать следующего месяца, и в следующем месяце обязательно повезет. И я все замечу, так сказать. Не надо так делать, Гайс. Я буду банить за такие вещи. Я не знаю, что это за дом, но я на всякий случай решил проверить. Возможно, здесь есть жертва маньяка. Нет, это какой-то жутко заперженный дом. Видимо, в нем была миссия. Ограбление какое-нибудь или... Хрен его знает, что тут было, но... Сейчас здесь, похоже, ничего нет, кроме свинарника. Впрочем... Признаюсь честно, мое жилище не лучше. Мертвый Бэмби. Странно. Какой-нибудь стример не замечал твой ник, когда ты на него подписывался? Да много раз. Но это не касается стримеров, в которых, ну... Мало зрителей, подписок я в основном смотрю именно таких, но зарубежные стримеры практически не... А, нет, смотрите, вам жарко, нифига себе. Ха. Я фигню сказал, значит. Да. Ну, блин, это лошадь виновата. А, это не я говорю, а кто вообще это говорит? Я думал, это наш герой от жары изнывает и мошнит на лошадь, которая... Которая... Не привезла его одежду. Пьяный водитель. Ладно, давай. Нам повысили немного репу. Я, правда, не знаю, когда он вернется. Я не хочу здесь от жары сдохнуть. Немного самогона. А это что? О, золотые карманные часики. Нашли, кому дать самогон перевозить. Но я не думаю, что он вернется, на самом деле, если честно. За какой подмогой он собрался идти? Не, ну тут однозначно нет смысла стоять. Поехали дальше в лагерь. Поскорее переоденемся. Блин, что-то так душно на самом деле. Похоже, погода-то не настолько плохая, как мне казалось, потому что... Топит жестко и даже с открытым окном душновато. Бедный выпивоха, но... Он уже и забыл, наверное, что о чем-то попросил кого-то. То есть там типа стоять, что-то ждать, сторожить. Тем более весь груз-то уже... развален, по сути. Ну, а пить за рулем, это вредно. Забаньте чувака сразу за никнейм. Hey, Arthur! Погодите. Погодите. Никакого Артура. Блять, я не могу нормально идти. В этом лагере.
Особенно, когда мне кто-то кричит. Я должен добраться до своего гардероба. Через 10 часов геймплея найдешь его убитым за потерянный груз. Мне его не будет жалко, если честно. Я и вызвался им помогать только ради кармы. Seems as good a place as any to get chased by the law, Miss Tilly. You ain't so dumb as that, Arthur. I'm a Negro. Серьезно? Я думал, ты метиска. I'll keep you safe, Miss Tilly. My mama was a slave until she was 15 years old, Arthur. I'll keep you safe, miss. You have my word. А мне нравится на юге. На самом деле не очень, я бы тоже отсюда уже свалил. Так, выбрать другую одежду. Костюмы. Вот в этом погоняю. Подходит для жаркого климата. К тому же шляпа надоела. Вообще, если она просит меня о защите, то не стоило обыгрывать меня в домино. Я это припомню. Аман Скай, мне это сообщали на прошлом стриме. Мы крутили пистолет уже. Спасибо за донаты, гайз. Через где-то часа полтора прочту. Уже час прошел, я еще ни одной миссии не сделал. Я не понимаю, как это происходит. Сейчас мне кажется, что должно... Я думал, я посмотрю и там увижу 15 минут, но прошел час. Я... ХЗ. Это очень странная игра в этом плане. We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if we're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. If we go in, будем проходить тогда с этим. Just fine. If there's four of us. С двустволочкой. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. Похоже, это первая серьезная прибавка к жалованию будет. Я думаю, что из этого банка получится где-то 10 тонн грина вытащить, не меньше. I need to change out of these rags if I'm gonna be performing. И с этих пор у меня никогда не будет проблем с деньгами. This better be worth it. Oh, it is. We put a lot of research into this one. I hope so. Я сразу тогда задоначу в лагерь сейчас. А, ну после миссии тогда. Подстрою лагерь, там задоначу все. Mr. Morgan. Да. Mr. Strauss. That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, no, he didn't seem... Помню его, да. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, какая мерзость, но что делать? What's the plan then? Oh, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a... Чуваки из фильма «Бумер» также так, тоже так думали, но как все закончилось печально. Но Карен, конечно, выглядит просто замечательно. Тут ничего не скажешь. Yeah.
Это будет мое оружие. Главное не забыть его, поэтому будем как терминатор на мотоцикле, только на лошади скакать с пушкой. Как он ее держит в одной руке, вообще не понимаю. Она килограммов 7 весит, блин. Больше, я думаю, даже. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. Ida should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the Vault Man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Серьезно? Это моя роль? Я умею взламывать сейфы? Best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them gray boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. Ща музыка забавная, да. Чувак на басухе старается, дергая за одну струну. Чуваки, я в носу ковырялся очень жестко. Очень жестко ковырялся в носу. И левой рукой при этом под меня не смог повернуть лошадь. Она не должна была свалиться. Okay, Алекс, спасибо за подписку. So, what's the idea here? Karen gonna distract him? Yeah, that's what I'm thinking. Я знал, что лучше ковыряться правой рукой в носу, тогда я смог бы повернуть хотя бы. Но я не мог вытащить из левой ноздри козявку правой рукой. Is that so? She is real good. I can give you drunken harlot, of course. Да, все поняли, что шлюха. Only you would want that. Then me and Lenny will deal with the guards and the customers while you hit the vault. I thought you only brought me for insurance. All right. I'll hit the vault. No, no. I got it. Ding. Блин, ну трек такой, как будто что-то пойдет не так. Да, я не... Не, видюху я менять не буду, я буду просто компьютер менять. Либо на Новый год, либо после. Мне не столько видюха нужна, сколько процессор. Ну, либо я буду делать через другой компьютер. Ну, то есть, вот этот компьютер будет для стриминга, а играть я буду на другом. Но тут будет... надо будет заморачиваться, короче, там, с интернетом совсем. Поэтому я не уверен. К тому же, держать на столе две клавиатуры, две мыши, это не очень удобно. Я знаю, что есть решение... Но я пока не решил просто, на самом деле, какой сетап мне нужен в идеале. Посмотрим. Бесплатное Destiny я уже сказал в начале стрима, что оно бесплатное только для тех, кто хочет пройти сюжетку ванильной версии. По сути, это просто демо-версия игры, потому что весь актуальный контент в DLC за $60, который все равно надо покупать. Плюс
конце ноября, по-моему, выходит еще одно DLC за 20 баксов. Которое тоже для тех, кто задротит, будет обязательным. Потому что ни в клане тебя никуда не возьмут. Ни... Ну, ты, по сути, ну, будешь... Скажем так, не будешь иметь возможности даже лайт апнуть нормально. Чисто пройти сюжетку. И все. Пострелять, посмотреть на игру. Есть ли смысл смогу играть Destiny, если у тебя нет друзей? Нет, нет, никакого. Второй части, к сожалению, соло активности почти нет. Из-за недельных активностей, которые тебе выдаются на неделю, 80% клановые. Ну, или просто партийные, поэтому никакого кайфа, играя в соло, ты не получишь вообще. В первой части можно было, в этой нет. Good morning. All right, stranger. Может, стоит убрать дробовики? Я не знаю, на самом деле. Я даже не знаю, где здесь банк, если честно. Ни разу вывески банк не видел. Так, почему я не могу взять оружие с лошади? Вот в чем вопрос. Ну ладно, видимо, так должно быть. Я... Так, окей. Не, с лошади нельзя взять только револьвера. Я не знаю, почему наш чувак идет с пушкой при этом. У меня просто меню не вызывается. Is it lost little girl you want, or the drunken harlot? Мне больше нравится маленькая заблудшая девица. Пьяная шлюха в баре, мне, вот, фу, в банке, мне кажется, будет смотреться не очень. So even you long to save the fallen women, eh, Arthur? You break my heart. You really do. Она все равно похожа на жирную шлюху, если честно. You're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. I'm not sure this is quite the place. He said he okay, it. We're going. Nah, hold on. Wait till she's gotten real damp. Would you care to? I'm with child, and it's... Мы как действуем? Запугиваем или херачим? Так. It's unlocked. We're good. Не фейлим, не фейлим. Давай быстрее. Наверное, это только замедлило процесс, но... Да... Рофлишь, что ли, дядь? Господи Иисусе, давай открывай! Так. Что мне делать дальше-то? Только не этот чувак, он такой... Я не знаю, как здесь взлом работает. Давайте взорвем.
We gotta move before they blow. The law will be all over. Они уже приехали. Now you shut the hell up and be still. А, зажать, я понял. Но тут будет цепная реакция, я зажгу один, а выбьет все. Господи, как медленно они крепятся, чуваки. Даже мой опыт ограбления поездов, мой великолепный опыт не помогает мне. Я слышу какую-то отечественную музычку. Бля, надо было все фитили поджигать, нифига не... А, нет, нормально. Все, как я и планировал. Так, подбираем. Пожалуйста, пожалуйста, не тупи, очень-очень все топорно, гайс. Я буду забирать все до последнего цента. Блять, один из сейфов не взорвался по какой-то причине. Не, нормально, нормально. Это кажется, что он не взорвался. Ну или я Дэвид Копперфильд. Пристрели этого говноеда. Так, шериф приехал. У меня значок, можно выйти и сказать, что я уже прибыл на место преступления. Нет, нет, Карен, ты что, тебя расстреляют, дура. Очередной вынос города. Так. Мы отступаем к лошадям или чё? Я просто до своей уже дошел. Ладно, пацаны. А, дождитесь, пока банда сядет на коней. Твою мать. Чего? Я наоборот все правильно делаю. Блин, музон даже обычную перестрелку, которая уже вторая или третья в этом городе, делает крутой. Не, блин, я этот трек себе скачаю. Хочу кого-нибудь томагавком забрать, свиноту какую-нибудь. Прости, Билл. Я дебил. Да, Господи Иисусе.
Как же эта фигня высаживает двуствольная. Здорово! Я позабочусь об этом. Ух, блин, я лошадь захерачил случайно. Твою мать. Фух. Сосать, господин шериф. Помощник шерифа опять победил. Stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. And that is the problem. Bill, this is a very good take. That should be. Да, там офигенная добыча была. Я, по-моему, около 25 кусков вынес. Maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp and make sure you ain't followed. Не делай лама, спасибо за подписочку. Да, миссис Даунс. Так, а чё по ситуации с розыском теперь? Сколько? $5? Я помню, я пёрнул как-то рядом с лагерем, и на меня $60 накинули, а здесь $5 просто. Ладно, поехали. Перед Даунс тогда заплатим. Не, нормальное было ограбление. Жаль, томагавки просрал опять. Будешь играть в RDR Online, когда он появится? Ну, не на консоли явно. Типа, не вижу смысла играть на геймпадах в онлайн. Чё по бабкам? А, так, ну, видимо, это в общак ушло все, что мы наворовали. Что-то я не понял, ну ладно. Мне казалось, что я с каждого сейфа $5000 вынул, если чё. Ну, возможно, это общая сумма была, правда. Возможно, там типа по $1000 складывало. Потому что я обратил внимание только, когда последний сейф скрывал. Но пока количество денег не изменилось. Возможно, изменится в конце миссии. Но судя по музыке и происходящему, там будет какая-то драма. И, скорее всего, я... У меня будет выбор, например, отдать свою часть выручки за ограбление. Даунс. Даунс. Тянки. И я, наверное, так и поступлю. Увы. Секунду. Ну не может быть эта музыка просто так, гайз. Кстати, впервые за долгое время я реально... Уже несколько стримов, по-моему, 2 или 3, более-менее доволен лошадью. Не испытываю никаких проблем. Но падаю, конечно, в основном ковыряясь в носу или просто отвлекаясь. А так и по управлению, и по энергии, хотя энергии меньше половины, но и по скорости у меня к ней никаких вопросов нет. Это была действительно удача, если учесть, что я ее заметил случайно. Скача мимо какой-то поляны.
Если тот Говард заплатит за Fallout 76, как чуваки из Rainbow Six, ты бы стал играть и хвалить его? Ну, хвалить бы точно не стал, я сразу предупреждаю. Если у меня покупают рекламу игры, которая мне не нравится, я сразу предупреждаю, что я хвалить не буду. Я не буду обсирать, но не буду хвалить. Обычно рекламодатели соглашаются. Ну, есть упоротые, конечно, но... В основном соглашаются. Некоторые даже просто говорят то, что... Ты можешь прямо говорить, что за стрим заплачено, нам все равно. Что-то лошадь немного долбанулась. Такая скрипка играет прям. Как будто на сосках моей души. Не удивлюсь, если Даунс умер от моего удара тогдашнего, например, и это будет печально. Ну, $5, пора заплатить. Тот же Сич, на самом деле, я получал удовольствие, играя в него. Возможно, скоро, правда, придется снова получать удовольствие. Но я так и не поиграл на Джаггере, на который купил сет за почти 1000 рублей. С крестами какими-то фашистскими. Ну, это типа просто забавно мне показалось, то, что такой скин реально есть в игре. Я понимаю, что это кресты Первой мировой, но они же вылиты вермахтовские, как бы. То есть это довольно странная херня в современной игре. Так что хотя бы поиграю. Но это еще неизвестно, когда будет. И будет ли вообще. Но Сидж не такой уж и дерьмовый, чтобы прям от него блевать. Но есть игры прям вообще, конечно, кошмар, которые заказывают, и ты сидишь и мучаешься, и зрителей мучаешь. Лучше сразу отказываться. Ну, Fallout 76, это был бы легкий заказ для меня. Единственное, я надеюсь то, что... Ну, точнее, я бы очень надеялся на то, что игру оптимизировать смогли бы к тому моменту, как мне дали бы деньги. Потому что она у меня очень плохо идет, правда. Говорят, что если отключить вертикальную синхронизацию в драйверах NVIDIA, то сразу плюс 100 FPS будет. И это действительно правда. Некоторые стримеры так сделали, в том числе мои знакомые. И игра переставала лагать. Но, мне кажется, возможность отключить вертикальную синхронизацию должна быть внутри игры, не так ли? Железные кресты в нынешнем Бундесвере есть. Немцы просто выжидают, мне кажется. Когда снова будет FM? Я не знаю. Ночью когда-нибудь. Может, в декабре. Может, на следующей неделе. У меня там операция будет небольшая, после нее буду восстанавливаться. Может, это как раз шанс посидеть в FM, попердеть с пацанами. Посмотрим. Да, кстати, если вам не трудно, говоря о рекламе, там под плеером появился баннер такой немного сомнительный. Но если хотите, вы можете просто кликнуть на него. Таким образом, принеся мне монеточку чисто кликом. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Нет, Кинамич, никакого потенциала. Ноль потенциала. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Сынок, ты уже здоровый лук. Шел бы работать.
maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word. Чуваки не хотят отдавать долг своего бати, еще Батхёртит и обсирают меня. Это просто невообразимое сходство. Не надо было занимать. Я даже не понимаю, о чем тут можно говорить. Герой на 100% прав. Сайт не открывается. Ну, не знаю почему. Забейте тогда. Потенциала Fallout 76 нет, я не вижу его. Ее невозможно допилить. Я все сказал на стриме, запись рядом, когда на пеке была бета, в конце стрима. Поэтому для меня эта тема закрыта. Но отвечая на вопрос про продажный стрим, это был бы легкий заказ. Вот, пожалуйста. Моя доля всего $2700, но... Блин, а сколько в общаке сейчас лежит вообще? Пойдем посмотрим. Что-то как-то жижно. Ну, в том плане, жиденько отлетает мне. Я постоянно такое ощущение, работаю на банду больше, чем на себя. Так Даунсы же. Не, ну Даунс это Даунс, но просто я действительно не понимаю. Я не понимаю их Батхёрт. Кто-нибудь вообще откладывает, кроме меня? Ну-ка. Так, у меня книга теперь не открывается, видимо, чтобы я не мог узнать, да? А, нет, вот. Никто ничего не сдает вообще. Вроде как на сдачу благодарит за это ограбление, но... Но хз... Самый вкусный орешек, спасибо за 2 месяца. Сэдди, не надо его слушать, не обижайся. Ты не должна грабить, ты должна просто ходить и крутить попкой. Да. Что-то она уже совсем забыла своего муженька. Все? Evening, Arthur. Пипец, она прокуренный стал, как пугачиха какая-то. Не, тут по-другому. Снятие оружия с лошади не работало на ограбление в банке. Чтобы достать пушку, можно ее... Вот так вот. Ну, в лагере тоже оружие не достать, короче говоря, и дробовик не снять. Короче, это возможно сделать, только когда это возможно сделать. Пойдем пожрем, наверное. Чувака можно подкатить. You're a silver-tongued flatterer and no mistake. Oh, no, I tell the truth, ma'am. Дедушка. I must get back to my work. Mind yourself, Susan. Дедушка все Сьюзен клеит. Oh, there's something about that woman. Sweet and sour. У всех женщин есть что-то кисло-сладкое. Evening, Arthur. You did real good in Valentine. Thanks. You too. I'm ready for the next one. Yeah. Let's wait a bit.
What do you think of the place? I don't know. So far, it seems okay, I guess. I think that there is rich pickings for some carpetbaggers like us. Is that what we are, is it? Avenging your father's death after 30 years? There's gold, Arthur. Gold. If you say so. По-моему, это меню «взять» не то означает, чувак. Это про шляпу и всякое такое дерьмо сейчас. Я проверю, конечно. В любом случае, по лагерю нельзя с оружием расхаживать. Но груз. Типа вот. Сумка. Я не понимаю, о чем ты, чувак. Я играю в эту игру, я типа... Несмотря на то, что управление здесь сложное, я его запомнил. Я понимаю, в какие моменты можно снять пушку с лошади, а в какие нельзя. Так, что я хотел? Я хотел похлебку. Меня дача отвлек, чтобы я, видимо, не съел свою порцию, забыл о ней. Балдежно, так идти, рагу есть. Так. Чё, следующая миссия тогда получается... Вот этот товарищ. Ну, так уже игра поактивнее идет, то есть... Если специально не искать каких-то приключений посторонних или не задаваться какой-то целью, не относящейся к сюжету, то... Я хотел, кстати, задонатить немного на лагерь, но я вообще не вижу в этом смысла, серьезно. То есть, по-моему, этим вообще можно не заниматься. Ну, лучше я эти палатки, там, еще что-то. На какой прок-то, по большому счету, если и так все очень легко проходится. То же самое могу сказать про, там, улучшение сумок и прочего. Это никак не влияет на прохождение игры. Здесь ни одной миссии, в которой, ну... Я помню, в том же Сан-Андреасе... Для прохождения одной из миссий крайне желательно было пройти, например, миссии пожарных, потому что иначе очко могло сгореть, ну и все такое. То есть там необходимо было делать некоторые вещи. Или в том же Far Cry те же самые расшитые сумки, увеличенные всякие патронтажи и прочее дерьмо серьезно упрощают геймплей. Вне лагеря? Так вне лагеря достается дробовик. Я не понимаю, ты к чему вообще? Конечно, ну, типа... Я... Блин. Сейчас тут дерево, к сожалению. Я так дробовик и снимал обычно. Просто на миссии-то оно не появлялось. Я про миссию говорил, что там дробовик не достается. Вот так даже можно достать его в крайнем случае. Можно да как угодно. Я про миссию говорил. Причем тут этот вообще? Перед банком нельзя было снять ничего с лошади. Hey, Arthur, what are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it, they must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your deal when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. Let's get going now. I'll leave you fellas to it. Good luck. Thank you, John. We'll see you later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So what exactly are we doing? Вот, повозки ненавижу просто водить в этой игре. Still, right?
I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? Then it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses, and all I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Мифрандир, спасибо за подписку. Блин, я еще заметил, что последние стримы у меня постоянно какие-то дропы есть, в том плане, то, что записи на Твиче постоянно разваливаются на несколько частей. Иногда какие-то куски по 40 минут выпадают и так далее. То есть, а целый вот я на Ютуб просто залить не могу. Для меня это серьезная проблема, так как я любитель порядка жесткого и... Я уже действительно начинаю думать о перекате на другие какие-нибудь стриминговые платформы, на тот же YouTube, например. Но пока, конечно, так это все. Чисто. Теоретически. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay, okay. Не стоит разбрасываться такими фразами, старик. Хотя я уверен, что нас тут не пристрелят. We'll be watching you. You heard the man. Driver, proceed, please. Мы же будем со старшей бабой говорить, не с той, с которой мы в беседке перетирали. Надеюсь, она не очень любила этот газон. Голова феминисток. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Не-не, другая старуха еще более жесткая. No, it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. You give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. О, у него тоже двустволка. Who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Реально, мне кажется, для этой старухи 25 баксов не проблема. Я не знаю, что они там. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. Mm-hmm. There's an extra 10 bucks if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. А чё, не палёный самогон? В чём её план? All right. Next stop, the Road Saloon. Here we go. Они решили продать его тем, у кого украли, но... So I finally sold those Cornwall bonds. Ну да, по сути. Бизнес самогонный контролирует вот эта бабка и ее семья. Облава была в нетрезвом состоянии по просьбе шерифа на производителей. Мы типа как бы возвращаем, я не знаю. Inserting ourselves in his blood feud.
We'll need something. I ain't playing dress up. You know my feelings about that. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Mosea, please. I'm the clown. You're the brother turned idiot. Just Порфирий, спасибо за 22 месяца. Keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Ну, типа, тут как бы война двух семей, одна из них ближе к городу, контролирует территорию и закон в их руках, а эти, типа, наоборот, как преступники. Короче, они пытаются друг друга поднасрать. Уже были миссии, связанные с какими-то их детьми, там, которые любили друг друга. По идее, доход из бара как раз уходит Грэем, это шик-бар тоже. Так что бесплатная выпивка ударит по их доходам. Я хз. Я не особо вникал. У меня, если честно, ну вот этот вот южный город, вот этот Роудс, не то чтобы он меня задушил, но... как-то быстро приедается вот эти все одинаковые плантации, вот эти вот оранжевые дороги, редники как-то. Какое-то такое ощущение, что, не знаю, не то что не на Диком Западе, а как будто реально в фильме «Джанго освобожденный». Или вообще в джунглях каких-то. Тут были неплохие моменты, но... тяжело довольно воспринимается. Посмотрим, что дальше будет. Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Я потом эту трубку могу себе оставить. Там Дач просил просто трубочку. О, ящики таскать, это я люблю. My brother Fenton, don't mind him, don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of yous. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money! Come along, Fenton. Just hand out the liquor. О, я тут Блэк Джек играл. Gentlemen! Gentlemen! My name is Melvin. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. Yeah. The only rule is that you gotta drink them, so hurry up, put old Fenton to work. Блин, они же весь город разгромят, я теперь понял идею окончательно. We buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky day. I'll have one, Fenton. A gift! Bounty! It's a sin to look a gift horse in the mouth. When I see a gift horse, I love it. My eyes do this now. Вот это геймплей, прям в стиле Кейджа, я бы сказал. Don't be shy, boys! Don't be shy, boys!
А еще говорят, что только русские любят выпить. Да на халяву пьют даже трезвенники и язвенники. И наконец-то барменный геймплей. Такое ощущение, что некоторые идеи подрезают у меня. Не, мне действительно нравится. Я бы всю игру бы этим занимался. We're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him. Чит, козлы все весеннее веселье обломали. Блин, я опять без своего дробовика. Я не знаю, каким образом Хазе не смог застрелить этого чувака. Вот это красиво было. Ну я так для фонда. Блин, красиво они вылетают из дверей. Сорян, старик. С мышкой я бы быстрее тебе помог. Тебе в нос попали, дед. Ну прыгай, прыгай. Даже половину не выпили. Давайте со мной, ребят. Ща, подойдут поближе. Ща, подойдут поближе. На, сука. На. Не. Блин. Ну ладно. Но у нас был слишком большой запас, если честно. Я даже не испугался. Чувак, ты застрял. Не понял. Меня зацепили немного, но я тут ножом ХП покачал, поэтому сильно не парюсь. Надо будет, кстати, снова ножом покачаться. Фарнат, спасибо за подписочку. Не, с дробовика очень приятно стрелять в этой игре, прям... Даже автоприцеливание не портит. А как он от первого лица выглядит, это вообще пушка.
Но сейчас не видно, но поверьте мне. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Yeah, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. Да, мне понравилось. Изображать ретарда такое вообще самое офигенное, что можно делать. So, what do you think? About what? Fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something. Ain't nobody gonna know we was here, because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. How the hell did we get an inn at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Как бы выбор того, кому я пойду помогать, не означал то, что другие сфидят. Ну, знаете, есть некоторые игры, в которых именно так этот вопрос решается. Пойду и скупнусь, а то у меня что-то вся одежда обосрана. Кстати, я удивился тому, что, прикиньте, для Нью-Вегаса, который теперь мне абсолютно не нравится, но тем не менее... Есть, оказывается, мод, который полностью повторяет анимации из Таркова на проверку патронов в патроннике и осмотр пушки. Это довольно забавно, на мой взгляд. Кто-то заморочился. Так. Ну что же, Брэйтвейт. Туда, значит, пошли Хозия и... Я не понял, кто второй, Билл, по-моему, а сюда Джон и Хавьер. Я, наверное, помогу старику, прикипел я к нему все-таки. Пусть лучше тогда... Ну, Марстон-то, по идее, не должен сфидить, иначе каким образом Red Dead Redemption 1 существует в нашей вселенной? Пойдем. Хотя, стоп, куда мы пойдем? Где моя лошадь вообще? Стоп, а где реально моя лошадь? Почему мне ее не вернули? Что за бред? Я не понял. А, все нормально. Вот она.
Я теперь каждый раз переживаю просто из-за того, что однажды Платва 2 просто взяла и исчезла. А потом оказалось, что умерла. Это всегда тяжело отследить. Короче, сначала поможем старику. Хотя Хавьер мне симпатичен. Но... Нифига себе, какой сосау, гайс, жесткое. Не знаю, видно ли на стриме, но я прям купаюсь в нем. Интересный был эффект. Можно ли нырять в игре? ХЗ. Тут, по-моему, нет глубоких каких-то речек. Тут везде по пояс. У меня даже возможности не было проверить. Да и особой нужды не было. Один раз я утонул, правда. Но я вроде как пытался нырнуть, но проблема в том, что здесь даже плыть особо негде. Обычно персонаж просто ходит по дну. Как школьник в бассейне, поэтому такое. Не лучше, чем след от жопы в Destiny. Это правда. Это правда. Но до Destiny мало игр вообще дотягивают, в принципе. По качеству исполнения. Другое дело контент, геймплей. Все нормально? Hey fellas, I have a meeting with Mrs. Braithwaite. My associates are already here. All right, that's enough. Так, стоп, у меня еще одна метка появилась на миссии. Это дача с его отцом, похоже. И местью. Уж не знаю, что там за история. Знаю только, что в первой части в итоге Марстон убивает этого дача. Но мотивов не знаю. Мне нравится, что слуги здесь чернокожие, так сказать. Да, не похи. This way, sir. A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We were just playing cribbage. Arthur Morgan. Yes, this is Sean. Nice to see you again. Apparently. So this one. He is big and as dumb as he looks. Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Callagher Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper? Bonds, metal. She ain't gonna pay you with a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle on earth? Seems a lady can birth monkeys, after all. Я бы не стал так грубить. Вдруг она любит своего сына. В чем заключается наша задача? Can I drive? Nope. Плохо, что мне Шону дали в напарники это. Я с трудом понимаю, как что он говорит вообще. Даже с помощью субтитров не всегда ясно. Доберитесь до Каллигахола. Поехали. You was quiet in there. Took everything I had. That son of hers. I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his ass. После этой миссии будет небольшая пауза. So what she got us doing at the Gray's place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep, using that back there. Moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook? No, just snotty old bitch.
Я тоже удивился, что взяли именно Шона. There really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Does he, though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the Braithwaite still. Я уж не помню, как в который раз в играх от Rockstar нам надо полить поле. Правда, обычно это была марихуана, но... Я точно помню, что полил поля в Сан-Андреасе. В пятерке что-то такое было. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they're taking on all that extra muscle. We're making a delivery. That's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. Наверное, только собак тебя и поймет. Самогон так приятно трясется в повозке, издавая такие сладкие звуки. Но я на самом деле, как первый раз попробовал самогон, я немного расстроился, потому что до этого я самогон видел только в деревне дураков, и это было какое-то такое прикольное мутное пойло. Я всегда думал, что оно на вкус как рассол какой-то. А в итоге это просто вонючий вискарь. Try and do an impression of a human being. I'm not going to go that far. Ну что ж, я практически троянский конь. We're here. Stay out of sight. I'll do the talking. Hey, hold him right there. What you want, boy? There was a thing at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Have a wee drop. I'm new. I mean you no harm. Блин, интеллект 2, спич 20%. They said you'd understand some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies, sort of business. Before the officials got there, they said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Have a drink, Sean. Не, нормально у него получилось. Это потому что британский акцент никто не понимает. Hamish. Good to meet you, Hamish. fine bit of country you've got here. I'm not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers. Just over here. Straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. Бля, Шон, заткнись, сейчас проколешься на чем. Been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half. Just in there. Right there. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand.
Шутка не зашла. Тихо устраните охранника. Big houses there, out in Donegal. Real fancy places they was, Hamish. Real fancy. Блин, у меня опять какой-то дерьмовый набор ружей все время скидывается на стандартные два первых. Well, the average man sups on shite, yeah. Yeah, yeah. Okay, yeah. Я, если что, бил вторым, так что убил его, скорее всего, уже Шон. Я контрольно дранул, так сказать. Так что... How you getting on? Good. Nearly got these things ready. Okay. Несчастный Хэмиш не на моей совести. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. Ну вот, кстати, плюс субтитров в том, что мы бы никогда не узнали, что на самом деле этот чувак говорит с ирландским акцентом, потому что даже с ирландско-цыганским каким-то. Потому что наши бы точно не смогли его передать, либо какого-нибудь грузина бы наняли. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was born burning down manor houses. We'll burn quietly. В чем заключается миссия? Как и любая миссия в этой игре, ни в чем. Смотришь кинцо 20 минут, потом 2 минуты геймплея. Который заключается в том, чтобы чередовать нажатие левого и правого курка. В данном случае нам надо сжечь поля табака. Так что это стелс-миссия. Хорошо это или нет, я не знаю. Твою мать. Так, Let's get this job done first, okay? We'll take care of this fella. Зря я сюда пошел. Вон, you douse the fields, I'll meet you at the barn. Try to stay out of trouble. Я просто не знал, как выглядит табак на самом деле. Поэтому пошел в первые кусты, которые увидел. Обидно, конечно, самогон так просто разливать, если честно. Не, ну стелсуха тут, конечно, не кодзимбовская, прям скажем. Я вообще не уверен, что здесь можно спалиться. Я так понимаю, это бесконечная бутыль. Мечта любого патриота. Quiet Matt, спасибо за 11 месяцев.
Give this a quick dousing as well. Погоди, погоди. Ща, шляпу возьму. Блин, шляпу взять не дают, ну ладно. Так. Бутылки с зажигательной смесью, ЛБ. Так. Ну ладно. Туда-то прокинуть, или че? А стоило стелсить-то вообще? У меня их 6 осталось. Дай, блин. Устраните охрану. Почему тогда сразу не перебить всех? Блин, у меня опять эта болтовка супер косая. Ладно, с этого. С этого говна всех развалю. Или... Вот так. Сейчас тихо. Ага. Сортир спрятались, думали, не найду. Блин, этот придурок отлетел. Ой, я думаю, что мне повтор показывают. Смертный напарник на миссии. Не хочу. Так, ладно. Я вытащу. Только не сдохни, придурок. Алло! Так, тут уже, наверное, стоит все-таки... Нет, не нарезаны! Ты бы сел в укрытие, идиот! Стрелять научись! Дедуля, пробил ваш час. Все, Карла Маркса убил, пора сдристывать. Твою мать, этого идиота ща все равно могут грохнуть. Блять.
Шон, пожалуйста. Не мешай. Твою мать, как я... Он заебал! Почему он не может не умирать? Почему вообще, бля, в 2018 году смертные напарники в игре, блин, и это просто бред. Ну, честное слово. Он просто не дает мне прокачаться. Я не хочу стрелять, я хочу всех вырезать. Придурок вонючий. Ладно, я хотя бы эту партию вырежу тогда. На таких трайхардочах этот придурок просто фидит и фидит. Так. Не, ну это невозможно. Это, просто невозможно, забейте. Хотя, на самом деле... Он же просто, он сидит так в укрытии, что его с одной из сторон расстреливают. Вначале с левой. Короче, с левой я все-таки смогу перебить этих козлов. И потом уже переключиться на оружие. Я хочу порезать, anyway. Для меня это принципиально. Это халявное ХП. От тех он вроде может отстреляться. Так, я, по-моему, переборщил немного со врывом. На этого дебила сейчас заберут. Надо байтить на себя. Меня, суки, стреляйте в меня. Маленький Шон вам ничего не сделал. Шон! Боярышник. Все, после того, как я... Нет. Блять, я увидел этого чувака с сортиром, но уже резал другого. Я, не, все, наверное, все-таки стоит стрелять. Какая же мразь этот говношон, это просто жесть какая-то. Я не знаю. Не, я еще раз буду резать всех с ножа, потому что мне нравится это делать. Я не понимаю, почему мне, зачем вообще мне дают напарника в этой миссии? Вот зачем? Нахер он мне нужен? Мне вообще ни в одной миссии не нужны эти ретардские напарники. А уж если они смертные, то и подавно. Блять, напарники — это рак компьютерных игр, ну серьезно. Напарники — это рак компьютерных игр. Ни в одной игре они не работают нормально. Просто не знаю ни одной игры, где они только проблемы бы не создавали лишние. Суки. Дебилы. Блять, ну это пиздец. Я... Ладно, короче, забейте. 15 раз мне хватило. Жаль. Очень жаль. Хотя... Можно, конечно... Look out! There's more of them!
Так, теперь... Теперь-то его не убьют, наверное. Так, этот по мне стреляет. Сумка! Пожалуйста. Я ненавижу через ЛП это меню открывать. Это так стифов. Так, этих двоих режу и дальше с пушкой. С этого момента только ствол. Я не знаю, у меня не было шансов вообще, ноль шансов. Ноль шансов спасти этого придурка. Это в принципе было невозможно. Он фиданул. Я не знаю, он теперь просто специально бежит, отдается. Какой мудак вообще придумал? Если бы он был... Блин, во всех остальных миссиях напарники не умирают. Какого хера этот дебил умирает? Да мне, в принципе, и насрать на него. Ну, умер, блядь, и хуй с ним. Типа, бандиты умирают. Такова их судьба. Ебаный, блядь, ничтожный Шон, бля, ненужный просто. Поебать на него. Сам он при этом никого и убить не в состоянии. Охуенно, теперь я сам фиданул. Блять, эти пузырьки еще. Ну что это за... Блин, это такая легкая миссия, но я из принципа хочу ее пройти именно так. Я лучше 2 часа буду сидеть на ней, но я добьюсь своего. Да, блядь! Забейте ГГ. Не тот пузырек. Блин, сразу что ли бафнуться? На X2. Может, ты бить будешь? Пиздец. Дурацкая анимация американского футбола. Без нее бы тоже, на самом деле, было бы намного лучше. О, ну я, кстати, понял, в каких случаях она прокает. Блин, туда нельзя идти, на самом деле, уже. Потому что я не вернусь.
Я думал, он умер, если честно. Потому что чувак упал, я уже не посмотрел на красную точку на радаре, только в конце ее увидел. Я хз, напарник-то дебил, он просто нужен, чтобы умирать. Прикрыть он не в состоянии. Без ножа это проходится за секунду, но... это не то, что нам нужно. Боже мой. Я просто не понимаю, зачем так делать. Что вдруг у них за моча в голове появилась с этим Шоном? Просто безумие какое-то каловое. Да господи, я же остановился, блядь! Ты еще живой? Нет, нет, нет! Чувак, не отходи, ты просто ловишь хедшоты, ты даже... у тебя даже хп нет, ты просто умираешь. Бля, я на секунду отхожу, только попробуй сдохнуть, мразь. Нет! Бля, я надеюсь, здесь был сейф. Хотя вряд ли. Сбоку же, придурок! Встань за укрытие, умоляю. Блять, его там гасит, по-моему, опять. Нет. Там были лошади намного раньше, на самом деле. Почему было их не взять? Тем более мы всех там убили. А, они ж... а, да-да-да, он решил все-таки грабить. Чё он хочет? Ну ладно, теперь я думаю, он уже бессмертный к этому моменту.
почилить. Я, кстати, заметил, в этой игре даже на левый курок не надо нажимать для прицеливания, можно просто спамить правый. Да зачем мне метательные ножи и томагавк? Это говно. Мне нужно... Я хотел ХП покачать ножом. И тут идеальная была ситуация, потому что враги так и прут на тебя, они супер тупые. Но на какой-то хер Rockstar здесь сделали напарника, который отлетает от ваншота в башку. При том, что за всю игру не было вообще ни одного смертного напарника. Это тупо. Ну, я реально в играх вот ненавижу, когда что-то зависит не от тебя. По факту, конечно, все от тебя зависит. Ты можешь просто стрелять и дефать его. Кстати, было много огня, а FPS не просели. Симпатичное зарево. Да, поехали. Ни в одной игре, я повторюсь, ни в одной игре нет напарника, который бы тебя не раздражал. То есть вся история видеоигр строится на том, что если в игре за какой-то черт делают напарников, то они тупят, мешают тебе, отвлекают твое внимание, ты на них лишний раз рассчитываешь. При этом они в принципе не нужны. Гораздо лучше, когда они появляются в начале миссии, потом они как бы с тобой, но на самом деле ты их не видишь. И в конце миссии они снова появляются, что-то типа того. Я не понимаю, почему вообще напарники считаются веселыми. Если я захочу, чтобы у меня был напарник, я позову какого-нибудь чувака и пойду в кооп играть с живым человеком. И даже живой человек обычно полный тупица. О чем говорить в компьютерных играх? Ну, серьезно. Такое ощущение, что это делает элемент геймплея интереснее. Или, точнее, этот элемент геймплея делает игру интереснее или веселее, или тебе не так одиноко, или я вообще... Я даже ума не приложу, зачем вообще это нужно. Это только сложные скрипты, которые приходится делать разрабам. Эти скрипты постоянно сбоят, тупят, вызывают баги, блядь, и мешают играть. Напарники не нужны вообще. Нигде, никогда, ни в одной игре, в принципе, нахер не нужны. 115 баксов? Это за что? Че я сделал? Всем охерели, что ли? Пойдем оплатим. Это тоже тупо. Вот этот звук. Звук ветра, когда я двигаю указателем. Зачем они это сделали? Это тупо. Так, ладно. Какая лошадь моя тут? Погнали, оплатим штраф и пойдем дачу делать миссию. Я так понимаю, что миссия Марстона и Хавьера нам уже недоступна. Элизабет Биошоки и Элли в Last of Us. Они мешали больше остальных, эти две мрази тупорылые. Просто две говноедки, блин. Одна монету никогда не кинет с хилом, когда надо, бля. Кидает когда-то фуловый. Вторая, блядь, ее вечно подсаживать куда-то надо. В конце ее вообще чуть не изнасиловали. И сколько раз она между мной и зомбаком вставала. Это же вообще жесть какая-то. Элизабет хотя бы сфидить не могла. Кстати, я не помню, могла ли Элли сфидить, но, короче... Да в жопу эту ковырялку, блин. Она раздражала так же, как и напарники в другой игре от этих чуваков в Uncharted. Там вообще брат-ретард, это вообще с ума сойти. Это дебила просто воспринимать не могу, сколько он заруинил. Ладно, здесь я сам виноват, на самом деле. Я не знаю, что я пригорел и докапываюсь. Это была моя блажь. Ебать, на меня цапли какие-то нападают. Это была моя блажь драться с людьми ножом. Понятное дело, что я бы даже не узнал, что этот придурок может умереть, если бы стрелял. Но это лишний повод вспомнить о том, насколько напарники это рак. Но в Uncharted, в Last of Us, это просто кошмар и ужас был. А Элизабет я вообще не считаю полноценным напарником. Она как раз была тем типом напарника, про которого я говорил. То есть она исчезала, появлялась периодически, но она вообще никак не влияла.
От нее и помощи, правда, не было никакой, на мой взгляд. Кто-то там постоянно ставил эти турели, я видел пару прохождений. Ну, типа, там, менял реальность и все такое, там, монетки от нее получал, но... Лично я, что ее, что она была, что ее не было, я, типа, не особо обращал внимание. Напарники в Еликс — это другое, это партийное РПГ, чувак. Ну, то есть не партийное, а РПГ, в которых можно заиметь партию. И то я предпочитаю всегда быть в Солянова, там, где это возможно. В Еликсе просто в Солянова на тебя псут все. И хотя бы этот, Азиш или как его там звали, хотя бы он помогает немного. А, не, появилась снова эта миссия, похоже. Или чё? Альберт Мейсон опять появился. Это тот придурок, который животных фотографирует. Да, появился Джон. Незнакомый человек еще. Я не беру в расчет РПГ, я имею в виду именно шутаны. В РПГ-то это другая тема. И то, сколько раз собака в четвертом флаче подставляла на мины, наступая. Мне нельзя здесь стрелять, козлы. Валите. Дач сказал, что я не имею права. Здрасте. Это место. Fine day, and I apologize for any offense I may have inadvertently caused. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Мне нравится, как главный герой совсем не расист, хотя это было в те времена, ну, типа... Такое ощущение, что сейчас действие происходит в 1980-м, когда, наконец-то, неграм разрешили заходить в автобусы для белых. Но на самом деле, это 1890-й. I was helping folk. And that wasn't popular? I was undercutting the competition. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Or I was some know-it-all big city slicker here to demean some good old boys of my Чернокожий врач в 1890 году, guys. Some conjecture, so they с образованием. Как вам такое? It was my impression. Still, compared to the gutting... Castration, defenestration, and crucifixion. Нет, при чем тут автобус 1890-м? Я сказал, автобус 1980-м, когда сегрегацию отменили. Ну, может, чуть пораньше. Идея-то не в этом. Я это как пример привел. Which way they go? Down the road, that away. Stay here. I'm sort of forced to. Please, don't go to any trouble on my account. Так население севера не очень угорало по рабству, Артур явно не редок. Нет, чувак. Он ведет себя как человек, который перенес на машине времени из 2018-го туда. Понимаешь? То есть он удивляется тому, что чернокожий... ну... решил освободить место, типа, тот, ну, чувак этот, доктор, говорит о том, что я, типа, не должен здесь сидеть, извините, я уйду, а тот, типа, ему, ты в тебя что, бес вселился? Да никого бы это не удивило, более того, это, ну, нормой бы считалось, особенно в южном штате. Скорее, Артур должен был удивиться, что он встретил чернокожего доктора. 1899 году. Я опять-таки не хочу показаться расистом, но это просто историческая тема. В том плане, то, что даже образование, ну, где он мог получить, грубо говоря? Он мог быть рабом в какой-то семье доктора, допустим. Доброго доктора, который его потом обучил всему и отпустил. Или что-то типа того. Я даже не представляю, какая еще могла быть ситуация, если учесть, что даже учебные заведения просто темнокожих до там 50-го года вообще, в принципе, не пускали.
Высшее образование в США черным давали с 20-х годов, рабство было не во всех штатах. Это чепуха полнейшая, чувак, это пропаганда реальности до того момента, когда полностью пропадет расовая сегрегация, еще 200-300 лет событий этой игры. Апартеид, блин, в ЮАР отменили 30 лет назад, а люди верят, что в США в 20-е годы 19 века черные получали образование. Я просто в шоке. Хотя самое время покачать наши. Твою мать, какое неудачное место. Так, надо выпить бутылочку. Ну и игры нынче пошли. Кошмар. Ужас просто. А вы говорите. Но ничего, ничего, я... Неважно, все эти исторические споры, нам в те годы жить не довелось. Я склонен все-таки с вами согласиться. Хорошо, чат. Я верю, что с 1820 года в Америке было полное равенство. Особенно в северных штатах. Полнейшее равенство. И высшее образование все получали, и все остальное. То есть не было с этим вообще никаких проблем. Вы меня убедили. Не знаю, типа, каким образом, но я... Переобулся только что. Очевидно, что я не прав. Я плохо знаю историю. Ну, я действительно ее плохо знаю, особенно американскую. Я просто основывался на каких-то событиях 20 века. То есть на том, против чего там выступал Мартин Лютер Кинг и все остальные. И это было задолго после 1820 года.
Но очевидно, все это было в Южных Штатах, поэтому как бы в самых каких-то диких. Кроме того, меня бес попутал. Я в качестве исторического учебника использовал одно из выступлений Задорнова в данном случае. А вы, скорее всего, читали какую-то более грамотную литературу, так что вы правы. Вы правы. Но местным расистам и вот этим вот гадам этим, вонючим гадам, я только что отомстил максимально. То есть вы сами все видели, что с ними стало. Не стоило им лезть к этому несчастному доктору. О, Стайрони, спасибо за 2 месяца. Да, конечно, однополые и межрасовые браки тоже с 1820 года. Все это было. Я лично лишь скажу, что неважно, с какого года, что из этого было, я поддерживаю все это. Я за максимальную толерантность. Для меня, вот, как человека современного, например, национальность доктора не имеет никакого значения. Я даже обрадуюсь, если приду, например, в поликлинику и узнаю, что меня будет лечить, ну, к примеру, киргиз. Понимаете? Так что я очень рад, что мир шагнул вперед в этом плане, избавился от предрассудков. Так что эта миссия, она тоже абсолютно реалистична. После 1820 года до событий этой игры прошло 79 лет. Сейчас мы только вступаем в эпоху толерантности. И жалко, что нам не доведется жить через 79 лет. А я бы хотел посмотреть. Господи Иисусе, гайс, ну неужели вам действительно этого хочется? Зачем вам это? Дружище, тебе что-то нужно? Подъезжай, поговорим. Этот был хорошим. Ну, кто же знал? Я же не говорил, что было полное равенство. Высшее образование в США, частные, да, Кеннеди, вузы сами решали, кого брать. Первые колледжи начали брать черных в 20-х годах, 1820-х, им никто не мог это запрещать. А Мартин Лютер всех заставил учить. Да, да, ты прав, я согласен. Я согласен. Все это выглядит абсолютно реалистично. Матроскин, спасибо за подписку. Мы видели уже в этой игре, что рабство полностью побеждено на примере чувака. Ну, миссию которого я зафакапил с дневником, но тем не менее. Мы поняли ее смысл, это главное. Вообще, это самое главное, что благодаря стримам мы обучаем друг друга чему-то. Я надеюсь, я вас тоже чему-то научил. Ну, конечно, слушать меня в исторических вопросах или еще каких-то, это совершенно не обязательно. Но какие-то интересные вещи, возможно, вы можете почерпнуть для себя. А я от вас, соответственно, у нас лучше складывается картина мира в голове. Я думаю, мне просто необходимо после этого посмотреть какие-нибудь документальные фильмы на тему рабства, неравенства, а также гражданской войны. И вообще про Америку, про зарождение, так сказать, американской культуры, нации и всего остального. Это интересный вопрос.
Просто Америка, понимаете, очень тяжело иногда ориентироваться по времени. То есть, вот посмотрите, мы сейчас играем в игру, в которой представлен период окончания 19 века. Но проблема в том, что если человек живет за МКАДом, и он выйдет во двор, ну, особенно в деревне какой-нибудь, у нас, да, то он увидит все то же самое, что и в этой игре. И из-за этого существует обратная ситуация. Когда мы смотрим какой-нибудь фильм о гражданской войне, о Диком Западе или еще о чем-то, мы не можем понять, когда это происходит у американцев, какие это годы. 30-е, 20-е, 19 век, 20 век. Мы не можем понять, понимаете? Поэтому я, например, думал, что гражданская война и Дикий Запад были в разные времена. Например, Дикий Запад был в 17 веке, а гражданская война в 20-м. А оказалось, что я и там не угадал. Are the folks that took it. I take it they aren't the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. But I can live in glorious hope. Now, it wasn't a trouble now, was it? No, it was a pleasure. Well, let me give you something for your pleasure. What we got here. Изначально-то я. Provide a man a tincture. He'll be well for a day. Teaching to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Он мне какую-то книгу мертвых дал. But you may not need it to. Well, if you see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Изначально-то я высмеял не сам момент, да, и не самого там доктора или еще что-то. Я высмеял удивление главного героя. Мне показалось, что для человека, который убивает и ведет такую жизнь, какую он ведет, он как-то, ну, слишком, скажем так, для своего времени правильно отреагировал, понимаете? То есть, чуть ли не как первый левак вообще в истории США, я бы так сказал. Если вы понимаете, о чем я. Не. Опять-таки не взываю к каким-то политосрачам или чему-то такому. Я всегда против таких вещей. Все, едем к Марстону после этой миссии пауза, после Марстоновской. Можно, кстати, заехать, наверное, пули для Дрободана купить. О, знаете что? Я, наверное, к скупщику заеду еще. Давайте, короче, к скупщику, потом пули для Дрободана, потом миссия и пауза. Как раз я запись прерву для Ютуба. Напоминаю, что у меня появились проблемы с загрузкой водов на Ютуб. Я в понедельник, скорее всего, в свой выходной день, который я сделаю для себя выходным, разобью предыдущий 10-часовой и 9-часовой вот на куски по 3 часа и постараюсь их залить. Единственное качество, конечно, их упадет из-за перерендера, но 9 и 10-часовой не обрабатываются в HD ни при каких обстоятельствах, к сожалению. Интересно, а здесь можно одеться, как Казанцев из улиц разбитых фонарей, типа черное пальто, красный шарф, дебильная шляпа? Понедельник выходной только у театральных деятелей. Я театрал в чем-то. Понимаешь? I won't ask too many questions about its previous ownership. Sure, let me see. Why is everything so blurry? Мешочек с драгоценностями неплохо так стоит, кстати. Hell, you really want to get rid of this? All right, fine, give it here.
Я уже, мне кажется, могу и не сбывать весь этот мусор, потому что я и так уже на приличных деньгах. Можно даже, наверное, лагерь все-таки поапгрейдить. Ну, как раз перед тем, как миссию дачи брать после паузы. Театр одного человека, да? Да. У нас же есть подписчик Человек-театр. Я в каком-то смысле выступаю в таком же амплуа. Но на самом деле нет. Это получается ЧСВшная переоценка собственных стримов, которые по сути являются унылым говном. И по сути, и по содержанию, так сказать. Но кого это волнует, пока капают деньги, не так ли? Что там такое? Опять школьника запер в подвале. В прошлый раз он выстрелил себе в ногу. Он ходит по городам и... К сожалению, он напугал продавца. Как не вовремя. Это был помощник шерифа? Ну, им тут все можно, на самом деле, это же Грей. Я не знаю, я, может, должен был его поймать. А, ладно, патроны для дробовика, на самом деле, есть и в этом магазине, если че. А, ты вернулся. Посмотри, все for sale, except the floorboards. Oh, that's the whole range. Я даже не знаю, почему они тут тоже продаются. Но они продаются. Fine. Может, новый прикид замутить? Что из готовых костюмов у нас есть? Блин, вот этот я все хочу, азартный игрок, но когда он откроется, непонятно. Подходит для жаркого климата. Вроде неплохой. Но это отстой. Я в чем-то похожем ходил. Ну, короче, я вот этот, наверное, возьму. Шевалье. Купить. Anything else? Мне нравится. Что ты сказал про мою маму? Про мою даму, точнее. Окей. Это, я так понимаю, он про Карен. Шляпа супер классная, как по мне, я не знаю. Мне кажется, такие шляпы одевали люди с маленькой пиписькой. Если вы понимаете, о чем я. В те времена, как сейчас покупают большие джипы, например. Смахиваешь в этом костюме на какого-то голубого. Да нет, вроде нормально. Я прям как в зеркало смотрюсь. Когда смотрю на себя в этом костюме. Похож на прикид пугала огородного из ужастика Джиперс Криперс.
Тканина на ужин. Can I help you? Well, looks like you boys had some trouble. Yeah, we had some trouble. Bad trouble. What you want? Oh, I was supposed to meet some business partners here. They arranged a meeting, I believe. Fellow with a scar. Ружечка, спасибо за подписочку. How about the stables, I think. Thank you. And sorry for your troubles, friend. Лагает, да, я вижу дропа. Но ничего не могу сделать, как обычно. F5 нажимайте. И все такое. DLS, спасибо за подписку. Сорян, гайз, против дропов, разрывов, падения в стримы я ничего не могу сделать и в ближайшее время не смогу. Теперь даже на YouTube не могу записи загрузить, бля. Чтобы люди без лагов посмотрели. Надо будет попробовать на YouTube постримить как-нибудь. После этого месяца. And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. Mr. Gray here was saying how he had problems with a family. A family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. Hag and her inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you 5,000. 5,000? For horses? Easy. And where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. Не, шляпа реально очень неплохая. Не знаю, почему была какая-то странная на нее реакция. Теперь у меня в банде, по-моему, самая большая шляпа. Ну что ж, Хавьер и Джон. Хавьер клевый. Вообще банда неплохо проработана, запоминаются почти все. Я думал, никогда их не запомню. Но я только баб иногда путаю, и то я всех помню. If he only knew, we just torched his tobacco crop. That was you? The old man was cursing the Braithwaites about that. Я бы не удивился, если бы узнал, что изначально планировалось, что можно было, ну, как в пятом GTA, можно было бы играть за разных. Но потом, наверное, отказались от этой идеи и правильно сделали. А может, и не было такой идеи. So how we gonna play this? Place is well guarded, so there ain't no point in blasting in there. We'll make them think we're there looking to purchase. Three armed men? You'd be armed if you were about to spend 5,000 on horses. We should go in the back way, though. Почему на охоту не гоняю? Не хочу тратить время, хочу по сюжетке пойти. Как будет оставаться совсем мало сюжетки, я думаю, отдельный стрим охоте посвятить, отдельные рыбалки, плюс там клад поискать, какие-то доп. Задания поискать, по карте поскакать, поаутировать, короче. Пока хочу на сюжетке сконцентрироваться, потому что люди уже почти все прошли игру, а у меня даже 40% не пройдено. К тому же я, ну, типа... Ну, я бы хотел сюжетку пройти до где-то вот конца следующей недели, но я сомневаюсь, что это получится сделать скорее. Хотя, у меня же просто потом перерыв будет из-за того, что
Ну, типа, несколько дней я буду отходить, видимо, после небольшой операции. Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, okay then. Head on up to the stables. Someone will come see you. Okay. Чувствую, все идет к еще одной перестрелке. That's it. Nice and easy. No need to rush. Don't want to draw any unnecessary attention. That's the stables just up ahead. Heads down, play cool. Head around the front, hitch up there. Что за операция? Да фигня на носу. Чтоб геморитов не было. All right, let's hitch up here. Давно хотел сделать, но вот сейчас подвернулась возможность. То замучился постоянно с соплями и гнусавить. Черт, я не заметил. Хорошо, у меня умная лошадь, это прям... Вот бы она еще игру за меня прошла. You boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Whoa! I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs, looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. These here's mainly the studs available for... purchase or for working. If that's what you're interested in. What is your boys interested in? We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so? Unofficially. Of course. Well, this here's Cerberus. Here you go, boy. Прости, братан. Greaser, huh? Okay. Bandana's on. Don't. Опять вспомнили про банданы. Блин, у меня была бандана получше, но она на лошади похожа. Ну ладно. Nobody recognizes us. Alright, I'll grab the white one in the middle, you get the other two. Я бы тоже белую хотел, кого хрена? Relax, boy. А, не, все нормально. В итоге я возьму белую. А, нет, это я и сказал, видимо, про белую. Я думал, это Хавьер сказал. Но. Анимации иногда как-то странно работают, проходит довольно большое время перед тем, как персонаж станет в нужную позицию и начнется сама анимация непосредственно. Стоп!
Watch it! There's guards by that wagon! Самое время перекусить кусочком сыра. Как же ты достал, мужик? Вставай, вставай, вставай! Тяжело, тяжело на геймпаде стрелять в одну сторону, а скакать в другую. Да, блин. Get this over with. Easy, easy. Well, that could have gone smoother. That'll be on my gravestone. Я не знаю, на какое бы дело они не пошли, мне кажется, даже если они хз, пойдут лоток за котом убирать, они все равно убьют человек 15-20. Ни в чем не повинных людей. Скотократ. Месье Скотократ, здравствуйте. What you boys want? Heard you was heard you pay good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That so? Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John, Arthur, Javier. So what are you? Там сзади просто какой-то глад Валакса, если вы понимаете, о чем. That's so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Да, он неплохой. Неплохой чувак. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They... ain't yours, but I like you, and I'll give you, I can give you 650 for them. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears, only it ain't true. Он вообще не это сказал. Про какой сыр он сказал, что она сделана из слез женщин. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it or leave it. Uh-huh. All right. You goddamn fool, Marston. Да ладно, 650 баксов. Лучше, чем ничего. Nice meeting you. See you boys again, I hope. Come on. Конокрады-то появятся на карте? Я смогу им сдавать лошадей? Жорди, спасибо за то, что даришь подписки.
imagined we was gonna be wonderfully rich. At the end of it, we felt like prize idiots. Блин, у меня столько чтива накопилось, но это... На самом деле это все на рыбалочном стриме. Я думаю, газетки почитать, там, дневнички. Фига она ножкой заигрывает. А. Мне показалось. Morning, Arthur. Блин, это Мика трогает свой пистолет. Просто издали мне казалось, что какая-то девчонка сидит на деревяшке и ножкой виляет. Но это Мика игрался с пистолетом. Я точно какой-то странный. I've seen too many friends get killed to see this. Отличное платье. Well, rather be shot for an outlaw than hang for a thief. Reckon it's about the same in the end. Мы, блядь, в болоте каком-то, что ли, лагерь разбили? Anyway, it was fun. Sure. Наркотики. Это плохо. Hey, who's that? Это я, Артур Морган. Hey, hey, all good out here? Блин, это все чувство вины главного героя. Мне кажется, оно его просто изнутри жрет, понимаете? Okay. Stay alert. Any sound of trouble? Интересно, есть хоть одна игра, в которой со мной не случится что-то подобное? Хоть одна, хоть от какой-нибудь конторы, от любой. Ладно, гейс. Давайте прочтем донаты. Да, прочтем донаты. Я поставлю музыку. Я поставлю музыку и для Ютуба прерву запись сейчас. Чтобы вот закатился на серваки Ютуба нормально и обработал свой HD, я надеюсь. Ну, я на всякий случай еще раз проверю, я еще раз перед стримом закинул. Я уже ждал и 2 дня обработки, но хрен его знает, может быть, сейчас они стали HD-шными, и я смогу наконец-то их открыть. Мне вообще на самом деле так тормозит. Нифига, все, 360p так и осталось. Придется все-таки разбивать и рендерить. Steel Will Rus, 200 рублей. Спасибо за то, что поднимаешь настроение, Мэтт. Смотрю твои видео со времен Маши и Ореха. Даже компу инвейжеванов как-то раз купил. Если в Heavy Rain завязать галстук шефу и скинуться на подарок лейтенанту, все равно посадят в задрипанный кабинет. Интересная информация, но я в любом случае как-то не особо и интересовался, так сказать, вариативностью Heavy Rain, а за все остальное огромное тебе спасибо. Надеюсь, компьютер тебя порадовал. Ромчик, задонатил 100 рублей. Эх, сейчас бы посмотреть, как ты едешь на коне под песню про босса N. Боюсь, что нынче такие песни уже не в фаворе. Сейсов задонатил 100 рублей. Неужели даже восьмиядерного Интера... Тьфу, блин. Неужели даже восьмиядерного Интела уже не хватает? Или загрузка процессора 20% при стриме это уже много? В любом случае тебе подарят процессор, который будет не сильно лучше. Кстати, странно, что у тебя Fallout 76 лагал на 1070, хотя по тестам даже в 2К он идет на ней 60+, большую часть времени. Я не знаю, чувак. Загруженность, если стримишь через X264, или как там называется этот кодек, даже когда ты не играешь, а ну, вот, просто стримишь сейчас, у меня вообще нет игры, то есть идет поток с карты видеозахвата, и то процентов 15. А если играешь во что-то, то 30%. И компьютер состоит не только из видеокарты, Fallout 76 плохо оптимизированная игра. Говорят, что ей действительно очень сильно помогает отключение вертикальной синхронизации в настройках.
Но меня это и не особо волнует, я в нее все равно играть не собираюсь. Но, типа, пострим с разным железом, может, разберешься в этом вопросе. Я тебе ничего объяснять не хочу и не буду. Я просто знаю, как примерно все работает. Знатоков и спецов всегда очень много, только потом, когда они подрубают, оказывается, что у них все еще хуже в сотню раз. Единственная, конечно, у меня очень серьезная проблема сейчас — это интернет, дропы и все такое, но тут я ничего не могу сделать, к сожалению. Это от меня никак не зависит. На Twitch напрямую я могу стримить максимум в 3000 битрейта, а это полный ад. Это как видосы из 90-х на мобилках. Через рестрим тоже проблемы, к сожалению. Так что тут, увы, ничего... Ну, от меня в данном случае ничего не зависит. Остается только терпеть и ждать, что ситуация как-то изменится к лучшему. Но мне кажется, уже нет. Посмотрим на какие-то другие варианты когда-нибудь. Хомяк, 100 рублей, задонатил. Привет, Илья, не знаю, сможешь ли ты меня простить, скорее ты даже не помнишь, но когда были стримы по GOV 3, я неудачно пошутил, и ты лично мне дал пермач. Я все это время не могу спать, есть, анонировать. Прошу, прости меня, хотя вряд ли ты сможешь. Я даже не знаю, что такое GOV 3. Я никогда не играл в GOV 3. Или это GOVS какой-то? Что такое GOV 3? Gears of War 3 я не играл никогда. God of War 3 тоже никогда не играл. Other Side Friend, 104 рубля. Имя, которое ты хотел придумать для подземного человека 2. Дик Айзек. И фамилия, и имя такие есть. С верным произношением уже можно поиграться. Не, мне больше нравится Исаак Дик. Точнее, Исаак Кок. Мне кажется, это смешнее. Тем более, ну, американцы это читают как Айзак, типа. Ладно, короче, неважно. Нижний интернет 100 рублей сдонатил. Доброго времени суток, Илья. В твоем твиттере недавно увидел таблицу, и про четвертый Fallout возник некоторый вопрос. Сначала играл четвертый Fall с наслаждением, в течение 3 дней, так сказать. Но потом я понял, насколько хреновая игра, которая казалась мне чуть ли не 12 из 10. Скажи, отец, кто я в твоей иерархии? Если тебе хоть секунду нравился четвертый Fallout, и ты допускал такие мысли до себя, то ты дурак. Это все, что я могу сказать. Гораздо грубее бы сказал, но не хочу харасить на стримах. Смотри в таблицу просто. Но так как ты осознал, то, наверное, ты идешь правильной дорогой. Я не знаю. Я просто не могу смотреть на трехмерные фалачи без желания блевануть просто и заболевать все. И то же самое я могу сказать, когда я вижу людей, которые не могут осилить 2D фалачи или считают их устаревшими, скучными и так далее. Мне хочется блевануть прямо на этих людей, чтобы их смыло моей блевотиной прямо в мир трехмерного Fallout'а, который им так нравится. Маледик задонатил 200 рублей. Привет, Илья, всегда рад твоим стримам, потому что это единственные трансляции, которые я могу смотреть полностью, а не просто засыпать под них. Сегодня у меня день рождения, не мог бы ты меня поздравить, включив эту песню? Я включил. С днем рождения, дружище, здоровья тебе, твоим близким, и успехов во всех начинаниях. Твой почитатель, ее любитель, 100 рублей задонатил, но здравствуй, пупсик. Привет, спасибо за стольник. This is Yami, 100 рублей. Спасибо за приятные и веселые стримы, Мэтт. Не за что, дружище, спасибо за 100 рублей. Валентин, 100 рублей. Илья, ты рофлишь, что ли? Болтовка, и ты, а снайперка однозарядная. Он заряжает патроны, и только потом ты стреляешь. Ты можешь заряжать его заранее, слегка нажимая на курок. Точно так же, как и на дабл-экшен револьверах. Чувак, я вставляю патроны заранее на Б. Короче, я не знаю, что там заряжается, однозарядные, хуезарядные. Она стреляет с задержкой в секунду, мне насрать. Я вижу, как он вставляет патрон, и все равно между нажатием на курок и выстрелом есть время. Серьезно. Он как будто
туго нажимает на курок, я не знаю, или пуля долго вылетает. Это, блядь, берданки 19 века. Стрелять из этого оружия в этой игре неудобно. Тот же Винчестер в 100 раз лучше. Как и дробовики, и пистолеты, и все остальное. Спикман, 100 рублей. Заказал по твоему промокоду стол Smarty One. Обещали в среду привезти. Давно искал удобный, смотрел на дженерик. Но 20 косарей что-то перебор. А есть адекватные кресла в районе десятки, а не за полтинник. Братан, я вообще ничего не понимаю. Ты же должен понимать, что это реклама. Это компания по продаже столов и стульев не принадлежит мне. Я не знаю, что они продают. Мне просто подогнали стул и стол. Мне на них, ну, удобно. Поэтому для меня не зашкварно поставить их рекламу. Но что касается того, что надо выбирать и так далее, насколько я понял, они очень френдли с клиентами. Поэтому ты можешь связаться с продавцом-консультантом, и он тебе, ну, просто там по телефону им позвонить, и они тебе все объяснят. Даже предложат приехать и посмотреть, собственно говоря, у них в офисе. Скорее всего, так и будет. Во всяком случае, со мной так было, и насколько я понял, судя по тому, что там были другие люди, это не потому, что, ну, типа, я, ну, известный, а просто потому, что они понимают, что продают вещи, которые стоят там 10 плюс тонн, и продать их — это их цель, и поэтому они относятся к покупателям с достоинством и уважением и пытаются впарить им свое дерьмо, ну, в смысле, свой продукт, как и любая нормальная фирма. Так что поинтересуйся непосредственно там. Вот. Сейчас уже практически не встретить, за редким исключением, идиотов, которые, ну, не идут навстречу клиентам. Конечно, если клиенты не сумасшедшие, такое тоже бывает. Привет, Илья, хорошего тебе стрима. Написал гид. Да. Спасибо за 111 рублей. Тут не полный ник, но я типа чувствую, что-то не то. Какой еще Лирхайль? Что это за эльфийские фамилии? Это же Антох, 150 рублей. Привет, спасибо за стрим. А, это... Господи. Боярч начал петь. Это с прошлого стрима донат. И тут еще один залетел. Сейчас, гайс. Стираджио, 100 рублей. Сдонатил. Веду твоих твитов, профалач, стесняюсь спросить, собираешься ли ты пробовать New California хотя бы не стрима? Нет, чувак, это еще хуже. Это васянская подделка на, блять, омерзительном движке. Говеная, кривая. Зачем? Зачем в эту блевню играть вообще? Вы че? Ребята, хватит есть кал. Хватит, хватит. Вам не нужен кал. Не кушайте. Не кушайте каку. Так, мы, к сожалению, зеленоглазое такси мы перестанем слушать. Нам нужно royalty free country music, естественно. Такие дела. Это ваша любимая сейчас будет, кстати. Не, какая-то другая. Ну что ж. Оставлю вам ее. Прерву запись для Ютуба. У меня, кстати, жесткие дропы пошли, так что я, наверное, вообще стрим уроню, но я его перезапущу. Да, я сейчас буду отключать стрим и перезапускать, так что увидимся минут через 15.